Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман, канале о кругосветном путешествии. И сегодня мы с вами будем рассматривать одну очень важную тему для яхтсменов – тапочки. Тапочки – это супер важный элемент на яхте, потому что когда у вас идут экстремальные условия, ваша скорость перемещения по яхте увеличивается. Соответственно, увеличивается возможность травмироваться, травмировать ноги. Если вы травмируетесь, то вы просто выходите из строя, но это полбеды. От этого лодка не становится безопаснее. Нужно убирать паруса, нужно рифовать, а вы сидите, схватившись за ногу. Это никого не устраивает. Поэтому поехали. Тапки. Как вы видите, у нас есть немножко обуви, которая накопилась, какая-то новая, какая-то, которую мы уже использовали. Итак, что мы будем сегодня рассматривать? Вот такие вот Lizard. Это обувь для холодной погоды, для очень плохих условий. Я их ношу уже 4 года. Дубари, я думаю, что это всем известные сапоги. Топсайдерс, такие уродливые, но они у меня как-то, я не знаю, с самого начала сложились. Я не знаю, откуда они у меня, может кто-то подарил давно. Стандартные, традиционные мокасины фирмы Clarks. Яхтенные. Муста, которая тоже делает вместе с Кларксом. Они не делали обувь отдельно, они ее заказывали. У меня, кстати, были Кларксы предыдущие, но они развалились за 2 года путешествия через океаны. Но вот у меня есть тапки, которые 1,5 года я проносил. И я обувь ношу только когда мы идем на переходах. То есть вот такие Муста. И вот я себе купил новые Sperry, это Topsiders. Sperry это уже новая технология и новые кроссовки. Я уже выкладывал в Instagram, может быть, вы видели. Сегодня мы проведем тест. Итак, что мы будем делать? Мы всю эту обувь, оденем, в ней походим, в ней побегаем, полазим по поверхностям под углом, попробуем залезть на вертикальные поверхности типа мачт и попробуем поскользить и побегать и потормозить на поверхностях, которые тиковые и пластиковые. Ну что, поехали. Первая обувь это Clarks. Это стандартные традиционные мокасины, кожаная обувь, веревочка, которая идет и затягивает пятку. И здесь есть вот такая вот надсечка, но это традиционно для всей яхтенной обуви. Поэтому мы эти будем рассматривать первые. То есть на ноге они сидят очень удобно. Единственное, что мне в них не нравится, что они, может быть, со временем, может быть, нет, что они достаточно скользкие. То есть вот выглядит это следующим образом. То есть, у них нету сильного гриппа, то есть они не держат очень хорошо. То есть они на ноге сидят очень удобно, но я не чувствую такого именно сильного сцепления, сильного контакта. По палубе вот я могу свободно возить ногой, ну, конечно, без нагрузки, с нагрузкой чуть-чуть посложнее. И поехали, первый тест, мы становимся в них на поверхность под углом. Ну, наверное, и теперь попробуем залезть. Еще и, зараза, оставляют следы, блин. Короче, только что это были яхтенные Кларксы мокасины. Это сухой тест. На тике они держат очень хорошо. То есть на тике нету даже намека на скольжение. Может, это связано с тем, что они держатся за резину. Но на тиковой палубе в них ходить очень комфортно. И они достаточно нормально защищают от ударов носком в твердые предметы. В этих Муста, которые, кстати, они заказывали у компании Clarks, я перешел Тихий океан, вернее, его половину. У них такая стелька, которая вынимается. Ее можно стирать, можно сушить. Особенностью этих тапок по истечении нескольких лет и перехода океана является то, что шнурки на них совершенно не разлазятся. То есть вот они как были в состоянии новых, они в состоянии новых и остались, ну, может быть, рассатались только краешки, и они не развязываются. То есть иногда, как и все яхтенные обувь, иногда развязываются, но если эти затянуть хорошо, они на ноге так и остаются. Как вы видите, уже стерлась вот здесь вот это с кожи верхний слой, или это кожезаменитель? Нет, вроде из кожи.
И теперь мы проводим тест на то, как в них скользко. Этим тапкам 1,5 года, может чуть больше. Эти вообще скользкие. Тест на поверхностях под углом. Они держатся на самом деле лучше, чем Кларксы те. Но очень схожа, может быть, одна фирма обуви. Ну, залезть я сюда, естественно, тоже не смогу. Ну, понятно, что здесь мы уже будем все смывать. Все, вот это были Musto Clarks. И еще одной особенностью является то, что они воняют, как просто ад. Если в них день походить, тебе хочется выбросить за борт, потому что они вообще дохлые. И вот теперь я покажу подошву. О, она здесь все. Подошве абсолютно все. То есть вот этим тапкам до 2 лет. То есть вот видно, что она потрескалась. И видно, что этим тапкам... Утиль. Следующий мы будем снимать старые уродливые топсайдеры. У этих тапок вынимается стелька. Ее можно помыть, посушить. И в них можно ходить по-пацански, заломив пятку. Вот у нее даже есть место, где она заламывается. Да, нету стяжки, которая затягивает пятку, но они на ноге сидят очень хорошо. И подошва, здесь видно, она идет с большим количеством вот этих ламелей. И они очень мягкие. То есть это не пластик, а именно пенка. Какая-то пенка, но они очень мягкие. Потому что у них ты ходишь, и такое впечатление, что тебе нужно ноги так отлипать от палубы. Ну, естественно, здесь на угловой поверхности, вот я стою вот совершенно, и они не скользят. То есть, чтобы зайти на поверхность, раз и зашел. Несмотря на то, что тапки уродливые, в них все-таки удобно. И сейчас я попробую там их побить во что-то твердое. То есть они удар носком держат очень хорошо. Следующая яхтенная обувь — это Sperry. Это, наверное, самая красивая обувь всей яхтенной. И плюс, наверное, самая яхтенная по своей истории. То есть это обувь новая. У нее мы здесь видим, есть большое количество ламелей, вот, которые имеют хороший контакт. Единственное, что мне кажется, когда в кроссовках бегаешь, то все время тормозишь вот так. И хоть здесь есть внутри, вот видно, белый усилитель, мне кажется, что есть шанс того, что он может здесь вырваться. Хотя, посмотрим, может быть, будет нормально. Это однозначно самая удобная из всех, которые я перемерил. Сцепление у них просто сумасшедшее, просто сумасшедшее. То есть по палубе они прилипают. То есть вот я сейчас покажу, насколько они прилипающие. То есть вот я могу... Просто встать на край. Вот я стою, они прилипли. То есть в этом плане это супер. Просто по вертикальной поверхности, по мачте, если есть какой-то упор, вот я упираюсь и просто медленно иду. То есть в моем понимании эти тапки пока супер победитель. Может быть, со временем они задубеют, я не знаю. Сейчас мы это проверим все на скользкой поверхности. Следующее, тест. Мокрая поверхность. Эти тапки... Эпик фейл. Они на Они белые. Они на мокром не держатся вообще. Но на мокрой палубе очень прилично, очень прилично. Но на мокром пластике, может быть, если он подсохнет, тогда будет возможность вылезть. Но это фаталити. Но это касается ровного пластика. Когда пластик с рифлением, вот как на нашей палубе, то здесь абсолютно нормальное сцепление. Вот сейчас я намочу немножко. То есть вот мокрая поверхность, но рифленая. Шанс
навернуться в этих тапочках на мокром. Вот такой. Дальше мы рассмотрим обувь для плохих погодных условий. То есть вот эти ботинки, или что это, сапоги, это фирмы Lizard, они на ноге сидят. Меня снимай. Они на ноге сидят очень мягко. И у них есть огромное преимущество. А это внутри ткани мембрана. И нога дышит, и в них совершенно не жарко, в отличие от других яхтенных ботинок. На ноге они сидят очень мягко. Но я повторюсь, этой обуви уже несколько лет. И подошва у них почему-то, как у всех яхтенных ботинок, дубеет. И ее хватает всего на несколько лет. Потом это просто утиль. То есть я не знаю, как люди ходят в яхтенной обуви, там от дедушки досталось. У меня больше чем один сезон вся яхтенная обувь. Ну, во-первых, она превращается в труху. А во-вторых, она просто дубеет, и она не держит. Может, это особенности, конечно, нашего климата. Не знаю. Ну, внутри этих тапок есть второй слой. Его можно затянуть на ноге. Сюда можно вставить штанину и одеть сверху. И сзади есть затяжка, и можно его отрегулировать под себя. Липучка, естественно, у нас уже развалилась. Значит, проверяем на скользком. Они скользкие, умеренно скользкие. То есть на такой поверхности я бы сильно не бегал. На мокрой поверхности, на мокром тике они держат просто хорошо. То есть я бы не сказал, что идеально, но вполне приемлемо. То есть если плохая погода и вы бегаете по мокрой палубе, то это нормальное решение. Если вы бегаете при этом по мокрому пластику, ну такое. Ну и следующие сапоги, которые мы будем рассматривать, это дубари. Внутри мембрана Гортекс, подошва, ну я бы не сказал, что она выглядит как супер яхтенная, но, наверное, они знают. Хотя она не твердая, то есть она достаточно мягкая. Ну что, давайте попробуем. Эти сапоги для людей, у которых высокий подъем, они вообще не предназначены. То есть у меня высокий подъем, я их одеть могу с таким трудом, это просто кошмар. То есть, ну мне сказали, что есть эти дубари двух размеров. Это полноразмерные по полноте и обычные. То есть, возможно, когда выбираются такие ботинки, нужно смотреть именно на этот параметр. Потому что для меня вот эти вот ботинки с низким подъемом, они вообще не одеваются. Итак, поехали. Дубари. Идем по поверхности, которая гладкая. Получилось. Не проблема. Теперь рифленая поверхность. Грип на 5 из 5. Что делаем дальше? Проверяем мокрую поверхность. То есть, если вы будете бегать по лужам, контакт отличный. То есть, с пятерки стал на уверенную четверку. То есть, в мокрых ботинках я слажу по гладкой поверхности. То есть, контакт уменьшился, ползем, но не фатально. Каблук нормально цепляется. Итак, друзья, мы сейчас рассмотрели достаточно большое количество обуви, уже которая была в использовании, частично новая. Что я хочу резюмировать? Как по мне, идеальной обуви не бывает. То есть я не знаю, я не встречал ни одной пары яхтенной обуви, которую можно носить, и она идеальная для любых условий. Есть более-менее компромиссная. Я считаю, что вот эти вот тапки для просто обычно сухой нормальной погоды на яхте идеально подходят. Ну и для погоды, которая плохая, я бы все-таки сделал свой выбор, остановился на вот этих дубари, потому что это единственная обувь, наверное, которая и по скользкому, и по сухому, и по тику, и по пластику держится уверенно на четверку. Ну что, друзья, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, следите за нашей кругосветкой, и мы будем вам рассказывать о всяких прикольных тапочках, костюмчиках. Кстати, о костюмчиках у нас будет одна из следующих серий. Поэтому до встречи в море. Пока!